присоединяйтесь к нам, наше Подмосковье, чтобы было красиво, чтобы было все зеленое, чтобы никто не болел, чтобы было нам всем счастье и память о наших ветеранах. Ура, товарищи! С большим энтузиазмом жители Одинцовского городского округа поддержали международную акцию «Сад памяти», которую организовали участники движения «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Многие семьи, находясь в режиме самоизоляции, сажали деревья на своих придомовых территориях в преддверии праздника. 9 мая к ним присоединился глава округа Андрей Иванов. Вместе с другими членами партии «Единая Россия» он посадил деревья возле мемориала Вечного огня в Одинцове и у памятника погибшим воинам в Звенигороде. Эколого-патриотическая акция, посвященная 75-й годовщине Великой Победы, прошла во всех территориальных управлениях муниципалитета. По словам главы округа, это не просто акция, а традиция, которая должна сохранить в памяти следующих поколений героический подвиг наших предков. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».